Доброе утро! Сегодня последний день перед тем, как мы уезжаем домой. Точнее, даже утром мы просто здесь будем отдыхать немножко и поедем. Все волнения позади, все заботы позади. Победа на конкурсе. Золотые и серебряные медали всей группы с нашей области. Все довольны и счастливы. И океан нас встречает и провожает прекрасной погодой. По ночам говорят, что сюда даже акулы приплывают. Не знаю, не видели. Мы на 4-м этаже. Вчера Анечка все-таки залезла в бассейн, хотя он с подогревом, но вечером очень холодно. Просто на улице вылезать оттуда. Ну, она покупалась. После всех волнений это было приятно. The ocean is amazing. This is the best weather. No wind, sunny. Much warmer. They're just enjoying the last day of our stay. There's nothing more beautiful than ocean.